Всем привет, ребят. Ну что, в ожидании обновы покапили вам видосик. Показывал я вам такую фраю с 9 живой уже, но она была не максимальной прокачки. И сегодня мы немножко другой экспериментик сделаем. 9 жива, 20 прорыв, уже утекание плюс слоник. Такой вариант очень отлично подходит для БГ. Просто вместо слона там можно феникса вцепить, либо кого-то другого. Единственный вариант, почему я сюда слона вцепил, мы сейчас будем тестить ее на PvP локациях. Посмотрим, что она сможет, сможет ли она продержаться. То есть такой вот вариант, как видите, урона в районе 30-ки. Даже есть 30к. Жизни, в принципе, тоже немало. Плюс у Тикаха будет всегда восстанавливать. Самое основное, у нее есть возможность два раза оживиться. Поехали. Сначала потестим на рейдах, где-то попробуем зацепиться. Ой, отлично. Смотрите, вражеские. Там Афинка. Ну, уже видно заметно разницу. Афина даже дамажит, но не проседает. И это радует. Самое основное, конечно, это обеспечить ей защиту от стана. В данном случае стана нет у нас. И, как видите, она свободно 3 минуты продержится на такой базе. То есть там, где есть стрелковые башни, там даже слона, в принципе, не надо, по сути. Можно свободно цеплять цепа и вперед. Ну, то есть она вообще, ну, нереально если. Даже если сольют, есть еще два раза жив. Давайте ради такого сейчас попробуем цепить на нее все-таки цепа, найти базу. Так, отлично. Ну, как видите, тут станищие башни. Можно, в принципе, против станищих попробовать. Так, тут мы пораздаем их. Вот, отлично. Только есть? Да, есть. Супер. Тут, как видите, еще и автопрокер, но все равно проседает. Не то, что хотелось бы. Ну, 50% набило, то есть такой вариант вполне достойный. А там еще и смертушки, они дают ей возможности зарядиться. Ну, посмотрим. Сейчас должно быть получше. Ну, 79% все, сейчас лазуля включится. Ну, есть другие герои для добивочки, то есть это не проблема. То есть можно. Причем тут хорошая база такая. Ну, 82%. Офигеть. Удивляет Фрея. Так. Тут тоже должна быть Фрея. Ну, особенно круто это будет, когда есть на базе Фрея. То есть она не будет дальше заходить. Так, ну тут немножко не так, как надо было. Сейчас получше будет. Ну, тут стан есть. Ой, отлично. Ну все, Фрея против Фреи. Единственное, что видите, проседает из-за того, что и стан есть, и ее сразу атакуют. Надо, чтобы переагрились на голубей, тогда будет попроще. Вот. Все, вот такая вот фрейка для битвы гильдий, вполне идеальная. Да и для многих локаций, я думаю. Надо будет еще потестить на других локациях. Тут явно заметно результат, что
видите, жизнь у нее, ну, единственное, что она сейчас пойдет вперед, но если есть Фрея, то, то все. Она оживилась, отлично. Продолжаем дальше. Да, немножко дальше забежал. Но в любом случае 90%, 91% базы мы вынесли. Там уже выкидываете других героев. Все, в принципе, и база пройдена. Так, окей. Поехали обратно, цепляем на нее. Слона. И поехали, начнем. С забытой. Ну, я не знаю, какие тут противники у меня. Обычно разные, ну, вторые эволюции, тоже есть Фрея. Смотрим, что мы сможем сделать, сможем ли мы продержаться. Ну, Фрея против Фрея — это вечный бой, если тут отхил будет, и мы ворожая сейчас не сольем. Ну, посмотрите, слили все-таки. Видите, ее атакуют, надо ворожая слить. А она бьет по голубям, получается. Ну, тут Фрея против Фрея — это Unreal, скажем так, если есть отхилы. Но против других, в принципе, одна против такой пачки. В любом случае, 30 секунд она продержалась. Что-то меня выбросило. Так, окей. Дали нам connection fail. Возможно, новый баг, кстати, нашли. Поехали еще раз. Давайте обновим противников. Командора. Ну, командора. Довольно-таки грозная пачка, я вам скажу. Они вполне могут затащить зеленый смотритель. Но что мы видим? Это просто жесть. Да ее просто... Единственное, вот это стан, и заблочить ее. Это все, что спасет. А так, посмотрите. Просто отдыхают все. От стана мы, в принципе, слоном защитили себя. Единственная блочка от Ара еще может пройти. Все. Больше вариантов, скажем так, нет. То есть вариант очень-очень даже неплохой. Для забытой, как видите, тоже... Себя чувствует она вполне отлично против других топовых героев. В принципе, там Афина, ПБшка должны были ее ушатать, плюс Асурик, но не вариант. Так, поехали, следующий. Вот Ара заблокировал, это интересно. Но он все равно долго не прожил. Все-таки 20-й прорыв — это просто жесть. На некоторых героях они и так имбовые, но тут настолько уже усиление. Герой просто стоит в два раза мощней. Разница заметна очень. Без донатов, конечно, 20-й прорыв прокачать, ну, я не знаю, Unreal какой-то. Так, давайте что-то поинтереснее поищем. Огник. Ну, Огник и Фрея тут однозначно они должны ушатать, по идее. Да, вот они ее блочат. Вариантов тут нет. Да и количество, как видите, все равно ее сливают. Ну, тут только один вариант, что она включится и переключится на голубей.
меня тут герои еще с воодушевлениями стоят. Да. Такс. Так, стрелок. Ну вот лазуля есть. Вот, поехали сюда, попробуем. Ну, конечно, лазуля тоже ее заморозит. Но не факт, что это спасет его. Посмотрите, под заморозкой даже пробивает их. Ну, в смысле. Ну, все, черепа ушатало, остался Рину и Лазуля. Лазуля может просто с тычки улететь. Ну, вот так и случилось. То есть вариант с Утикакой вполне прикольный. Ну, талантом ставить я не знаю смысла, не вижу рунами. Мне кажется, будет универсальный. Так, хорошо. Поехали еще один вариант затестим, попробуем. Мне очень интересно попробовать. Ну, на обычно я вам смысла нету. Поехали на кошмарку. Мне интересно посмотреть здесь. Сможет ли она что-то сделать? Ну, конечно, понятно, что тут герои будут сейчас выносить, но интересно, сколько она будет держаться. Как видите, слон не особо спасает, но от хила вполне хватает. Все равно станется, причем станется очень прилично. Ну, она себя хилит. Прикольно. Мегатанк. Таким вариантом действительно можно и танчить. Надо будет потом попробовать на древних. Ну, там, конечно, целей атакующих намного больше, но посмотрите, она свободно выдерживает. То есть она 3 минуты простоит, ее не сольют. В таком варианте. Понятно, что она тут ничего не сделает. Выпустим других героев. Ну тут понятно. Я уже показывал. Бугимен, Анубис, они вдвоем могут тащить. Так, вот мы дошли до Ронина. Интересно, интересно, посливает Ронина всех. Так, отлично, осталась одна Фрея. Смотрим, что же у нас будет. Ну, конечно, они должны, по идее, ушатать количеством ударов, но, опять же, это не точно. А, видите, все-таки стан срабатывает очень прилично. Все равно живет. Вот так вот. В принципе, я вам показал, то есть такая сборка, мне кажется, более универсальна, чем утекание на нее ставят. Конечно, надо иметь руны утекания, но на других серверах, кроме русского, это не проблема. 2 раза оживает, я считаю, это более чем достаточно, и вы имеете выбор поставить там пакты и другие руны на урон, чего вам будет вполне хватать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.